Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Мэдисон, и в прошлой серии, так, два портрета. Короче, есть несколько моментов, которые я бы хотел сделать, сейчас мы их с тобой сделаем. Время уже поздно, на самом деле я записываю. Так, это вот так. Ладно, пусть они пока тут стоят, нам третьего медальона, очевидно, не хватает. Здесь заперто, здесь мы слайды взяли. На монтаже кое-что немножечко заметил. Пойдем сходим. Во-первых, эта песня была убита. Офицер полиции. Дверь открылась. Это я видел так на монтаже. Первое. Господи, бля. И еще кое-что я вчера заметил, мы сейчас сходим проверим. Я, конечно, не уверен, что это сработает, но все же. И еще. Еще один момент. Все надо фоткать. Десять. Так. Тринадцать. Я бы повесил бабуль назад. Это все я просматривал. И обратил на это внимание. Здесь и еще здесь фоткать. Я что-то просто подумал. На знак вопроса мы сфоткали. 25. Теперь я точно запутался и... Пацана бы я сюда вот повесил. Ничего не поменялось, да? Так, я не на монтаже уже, я же фоткал на замок, и на замке я увидел, ну помнишь, я что-то тут прибавь-отбавь было написано, и на замке, на фотке замка, да, 43-летняя женщина, и на замке, да беги давай, я обратил внимание на комбинацию 42... 2238, по-моему. 43 же, да? 43-летняя женщина. Так, где это? Вон, видишь, 42-38. Давай попробуем сделать. Я думаю, что ничего у меня не получится опять. Видимо, пароль где-то не здесь, но мы попробуем. Не. Ладно. Видимо, из этих четырех что-то надо складывать, то, что сфоткали. А может быть, кстати, и нет. Пойдем в ту новую открывшуюся дверь. Я вообще, на самом деле, дико вообще уставший, но... Но поиграть прям хочется. Это первый момент. Второй момент, статуя пропала. А куда она делась? Ушла? Замолчи. Что теперь оно открыто? Здесь точно кто-то есть. А, пойдем послушаем. Использовать. Становление одержимым зловещей сущности характеризует потерей контроля над телом, разумом и душой. Однако сущности этого зачастую мало, она хочет большего. Ситуация становится намного хуже для носителя. В этих случаях одержимость — это всего лишь первый шаг плана демона. Поговаривают, что есть те, кто возвращается в наш мир, желая закончить незавершенные в их смертных жизни дела.
Жертвы этих ужасных случаев одержимости подвергают своего рода отсоединению. Астральной телепортации. Не знаю, как это писать. Астральный что? Эти злонамеренные существа заставляют носителя проживать моменты, которые не должны быть возможны в другом месте и времени. Может, даже вообще в другом измерении. Это безумие. Неясно, происходят ли эти телепортации внутри разума, или носитель физически перемещается в какую-то альтернативную реальность. Так, я схожу с ума? Так, теперь мы точно понимаем, что, судя по подвалу, в котором мы были, наш главный герой... Так, а кассеты, по-моему, удаляются. Ладно, я ничего пока не буду складывать. Вроде места есть, три еще ячейки. Или я так понимаю, что вот этот вот замок, который я все пытаюсь третью серию вскрыть, он как бы конечный. То есть все секреты должны быть там. Ну, звонок какой-то играет. Закрыто. Say cheese. А тут, кстати, еще достижения написаны. Я буду все фоткать нахуй. Что-то так резко происходит, короче. Комната отца. А как тебя выключить? Так, мешок. Это пианино преграждает вход. Да. Погоди. А тут же была эта статуя. Где она есть? Ладно. Это блядская статуя. Я схожу с ума? Да, сходишь. О, проектор. Так, подожди. Кассеты. Ёптать. Это статуя? А, это часы. Да, это часы. Так, окей. А, подожди, все, я понял. Так, ну это слайд-шоу, где оно у меня есть? О, какая магия. Так. Пока ничего необычного. Тараканы, ага. Так, подожди. Тараканы, тараканы, тараканы. А, дедушка так и не смирился с ее смертью. Ну, 68-й год. Все правильно. Я вводил 68-й год. Так, мне переключать, видимо, да? Как это? Ага. Бабушка. Так, ну вроде пока ничего не меняется. Ёбаная статуя, ты заебёшь. Без тебя, блядь, никак. Вот есть человек, который все портит.
Отец. Это что? Это немножко долго получается, что я вот это вот все трепыхаю. Опять ты. Эти фотографии довольно старые. Блин, это уже мы... Это все по новой пошло. О. Третий медальон. И комбинация. Так. Все, я забрал. Назад я пройти не смогу, да? Так, часы. Может, смогу. Офис деда? Так. Как связаться с мертвецами? Все это время мы думали, что он сошел с ума, но... Он лишь хотел снова с ней поговорить. Окей. Здесь два сейфа. Так, я забыл. 8. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. 8. У нас на блокноте было написано. Читать. Если тебе нужна комбинация, ты знаешь, где ее найти. Нет, блять, я не знаю, где ее найти. Раз. Раз, два, три, четыре. 8. Наоборот. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, не то. Я не знаю, где ее найти. Я не помню, что на блокноте было написано. Читать. Джозеф Аврам Элекстер. Я читаю рунические карты Таро и нахожу контакт с ушедшими близкими в мир духов. Наставление, пояснение, направление и результат с помощью Таро и рун. Лайер. Типа лжец. Блин, жалко, нельзя сразу. Вот был бы сразу, типа ничего нет. И сразу выкинул фотку. Так, дед. Читать. 33 года. Паскул Максвелл. Схватить. А где у нас еще же круглая была? Наверху, по-моему, да? Или в комнате в их. Так, давай сделаем так. Ну-ка. Кыш, кыш, это я оставляю, а это нельзя выбросить. Так, фотки фоток нахер, нахер, нахер. Не знаю, что нахер, 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 тоже. 25. Кто это, блядь, все знаешь? Это все комбинация? Что это? 43. Но опять же таки, вот эти комбинации нам ничего не дают. 38, 10.
13, 25. Ох, 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 ох. Ладно. Пойдем назад. Если шо, вернемся. Вариантов-то у нас и немного. Так, мне надо... Я побежал. Это, конечно, вряд ли спасет. Я наверх. Бля, стрёмная хуйня. У меня мурашки по телу пошли. Ну вот реально, не страшно же. Просто жутко. Но что это дает? То есть нужен еще... Ромб есть, квадрат есть, нужен шестиугольный портрет, и тогда что-то откроется, правильно? И что с этими часами делать, я тоже. Тоже не я был. И вроде вот эти звуки, к ним привыкаешь, которые все трещит, все падает, вот это вот. Но все равно немножечко путает. Вот, вот здесь. Так. Читать вправо. А, сколько-то вправо, влево. Можно это... Сколько-то вправо и 8 влево. Сколько-то вправо, 8 влево. Сколько-то вправо, 8 влево. Сколько-то вправо, 8 влево. Так. Сколько-то право, 8 влево. Во-первых, нахер. Ты бы это сделал. Сейчас да я сфоткаю. Нам в любом случае нужна такая комбинация. Правильно же я понимаю? Не зря же я это фоткал. Ну. Сейчас. Вот, пожалуйста, это же, блядь, это же даже не страшно. Так. Во-первых, это вот так. А вот это вот как менять? Голубое. Типа это вот должно вот так быть. И наоборот. Ведь это был звук открытия. Да. Это был звук открытия. И вот вам, пожалуйста, шестиугольный этот... Портрет. А вот вообще в целом могу сказать по опыту. Есть же, ну, такие вот квесты, которые ты приходишь с друзьями. Есть такие хорроровые квесты. О, окей. Типа страшные все дела эти квесты. Но там есть и загадки, но загадки там гораздо проще. Читать. Филомена Максвелл, 68 лет. Значит, дедушка пытался выйти на связь с бабушкой с помощью этой штуки. Это что, кровь? Да, это кровь. Ладно, пошли. Начнут скримеры. Идем.
Я иду на чертак. Да убери ты её нахуй. Ага. Что за хуйня творится в этом доме? Ну фотки же проявились, правильно? Вот и все. Ну и я все повесил. Так, во-первых, бабуль, то есть он не зафоткивается. А чё, кому сколько лет? Пять лет. Может, ну я помню, что здесь есть половица. И она постоянно скрипит. Может быть, сфоткать? А, у меня еще есть сейфы. Опять же таки, я не понимаю. Это все семейство. Бабуля, дедуля, мелкий и сын. Что с этим, с этой информацией делать, я не знаю. Замок крутить я не пойду в любом случае. Так вот, я рассказывал про эти игры квестовые. Это... Там, конечно, больше, чтобы тебя напугать. Вот, на самом деле первый, второй раз так стремноватенько вообще. А вот потом уже как-то и не страшно, привыкаешь. Но могу сказать одно, что по загадкам там не сложно. То есть там не сложнее, чем есть квесты именно логические. И вот логические посложнее будут, там, конечно, не страшно, но вот с актерами, когда всякие эти хоррор-квесты, ты приходишь... Так, это я для своего успокоения, мне становится легче. Так, пароль ты знаешь где? Сколько-то вправо. Раз, два вправо, восемь влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ох, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не работает. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, не работает. Семь я пропустил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тоже не работает. 9. Возможно, на часах же 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет. Find it. 10. Значит, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну ты заебешь. Раз. Я же вправо. Два, три, четыре, пять, шесть.
8, 9, 10, 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, нихуя не работает. Ну и последний, типа полный круг, но я думаю, что так не работает сейф. Так, у нас есть второй сейф. Попробуем 10, 10, 8. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бесишь нахуй. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попробуем тогда 9. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Открылось? Нет, не открылось. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опять я пробую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нихуя не открылось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да ну нет, что-то не то, короче. Часы. Он мне говорит... Если тебе нужна комбинация, ты знаешь, где ее найти. И нарисованы часы. Так. Часы, часы, часы. Два варианта часов у меня есть. Первый вариант часов — это те, которые лежат на диване. Второй вариант часов — те, которые вон на стене. Ну, здесь 9. Здесь крутится вообще, все ходит, типа. 12. Ой, короче, блядь, они неисправны. Подожди. Читать. Комбинация. Ну вот, вправо и 8 влево. Где еще часы? Тут есть какие-нибудь часы? В комнате деда. Я тут что-то... Не припомню. Здесь закрыто. Здесь кулон. Блин, ну реально. Так, еще, по-моему, на кухне были какие-то часы. Так, таракан куда ползет? Вы куда ползете? Или вот эти часы. Но сюда какой-то механизм нужен. И здесь типа без 5:12, да? Так. Так. Блять, что мне все часы, что ли, запоминать? Там еще в подвале какие-то, мне кажется, были часы. Ой, бля. Не понял. Нет, туда мы не пройдем, туда я не пойду. Ну как. Ты вот что, блядь, тут делаешь, а? Статуя стоит, блядь, как ни в чем не бывало. И тут стоит. Это ж тут не стояло.
Сколько-то влево. Ну, я, бля, перепробовал все. Опять же таки, по цифрам ориентироваться можно. Тут уже ничего не показывается. Здесь на часах, опять же таки, 9 часов. Часовая стрелка на 12. Ой, минутная. Здесь заперто. Заперто, окей. Ну ты можешь как-то это. А еще есть какие-то, короче, синие карты, эти фотографии. Их 5 штук. Тут в меню есть, даже достижения написано. Так, ну тут ничего нету. Это было громко. Бля, ну опять. Ну-ка. Так. Правило. Никогда 8-11. А вот здесь что-то. Ну это ладно. Это номер телефона, это нам не играет роли. Что вот это значит? Где ее, блядь, найти? Ты знаешь, где ее найти? Она 10, вот, блядь, стрелки. Часовые стрелки. И непонятно, блядь, в какую сторону. Туда или туда. И два сейфа. Фоткать? Можешь вас фоткать, нахуй? Я вообще, короче, не смекаю. Вроде очевидные вещи. Но это ни хера не работает. Типа влево-вправо. Блин, я не знаю, бля, ну вряд ли. Короче, ладно, я сейчас покручу и что-нибудь придумаю. Короче, нихуя не накрутил. Ой, пойдем, я не знаю, что, давай из предметов. Дневник, молоток, фотик, фотки. Все, ничего полезного нет, ни ключей, ничего нет. Здесь мы все сломали, все поломали. Ох, здесь закрыто, там нас монстр бегает, пугает. Пойдем на второй этаж, что ли, поднимемся, ну, на это, вон туда, на чердак. Не просто же так мы все фотки туда залепили, что-то должно поменяться. Просто, блядь, тут напрягает. Это бы что-нибудь щелкало очевидное. Так, это... Круглый, квадратный. Сорок три. Подожди. Пять лет. Здесь у нас. Давай так. Где у нас фотки? На квадрате сколько лет? Смотреть. Мы же это фоткали. Может быть, это по годам? Ну давай, блядь, ебучее колесико.
Так, ладно. Я так понимаю, 25. Так. Дедуля 68. Дедуля 68. 38. Так. Тридцать восемь. Тринадцать. А ты чё, блядь, тут стоишь-то? 43. 33. А, подожди. Десять. То есть мне нужно сложить и 33 приклеить сюда. И получается 43. Правильно? Неправильно. Так. Логика. 43. 56. Их, наверное, нужно не по форме вешать. Эта же стена должна как-то раскрыться. 51. Подожди, везде одно и то же начерчено. Сверху 51. 51. 51. Так, с молотком ты ничего не сделаешь, да? Так, ну статуя же стояла. Так. Ну-ка давай. Возраст — это лишь цифра. Ты можешь добавить или отнять, но в конце концов, когда придет время, ты все равно умрешь. Так. Ну, должен же быть какой-то прикол в этом. Пацан висел здесь. И они без проблем причем вешаются, то есть... Он ничего не говорит, буду туда заглядывать, вдруг что поменяется. О, ёптать. О, блядь. Кто там? Скримак 100 грамм. Опять красный звук. То есть мне туда? Так, сохранение прошло, во-первых. Жига. О! Класс. Она светит и ничего не видно. Она нам нужна для того, чтобы что-то поджечь. Так, тут есть что-нибудь спалить? Монстра какого-нибудь? Так, во-первых, это на память. Не, никакой памяти, ладно. Ой, бля... Ты будешь нажимать? Так, где тут красная карта у тебя? Карточка, фотокарточка.
Тут отпечатки рук на стенах. Да, сейчас скример будет. Зажигалка специально так делает. А еще ты заметил, что тут помимо отпечатков все-таки всякие фотки. Так, я готов. Я... Отпечатки прервались. Значит, хорошо, идем. Так, а ну вот, блять, нахуя вот это вот делать? Отпечатки. Здесь нет отпечатков. Идем по отпечаткам. На фотике здесь были отпечатки. Так, зажигай, давай, не пизди. Специально вот цвет такой сделали у зажигалки. Типа, чтобы далеко не было видно. Вообще, если честно, непонятна предыстория, как мы нахуй сюда попали. Так, опять развилка. Мы сейчас туда сфоткаем, там скримак будет. Ну я жду, блядь. Фотик доставай, он, бля, подтормаживает. А, еще, кстати, скины у этого фотика есть. Так, окей, отпечатки есть. Бля. Так, а тут что? Ой, блядь. Сука. Ну я же говорил, я чувствовал. Так, окей, нам сюда. Но, бля, это не похоже на демона. А, похоже на какой-то, блядь, призрак. Он, конечно, страшный. Лука, ага. Блядь, тут еще нахуй развилки. Ты видел, сколько их там? Вот. Видишь, она не нападает. Ну, можно бежать, да. Здесь сделали спринт. Нахуя? Вот мы от нее никуда не убежим. Куда мы побежим? Пожалуйста, заткнись. Сейчас опять, вот сейчас смотри. Никого нет. Вообще звучит как это, мольба о помощи. Она, конечно, страшная. Ну, выглядит, я имею в виду, визуально. Но не типа до паники. Налево пойдем. Нет. Готовы? И самое главное, он не пыхтит, он фоткает. Можешь мне понять, есть там отпечатки? No more smile, please. Так, окей. Нормальный такой подвал. И катакомба. Тут наверняка дохера всего пропустил, день под ногами, там вот это все. Давай же это... Надоела эта загадка. Куда? Вот сейчас налево. Там было видно развилки.
Ага, ну это на всякий пожарный. О, мешки. Можно уйти не туда? Ладно, я туда не пойду. Блять. Сука. Мне интересно, хоть на одной фотке нормально получилось, мне бы за это на превьюшку взять. Я понимаю, немножко спойлер, но хули спойлер, уже 7 миллионов лет назад прошли эту игру, я до сих пор не понимаю, что здесь происходит. Так, либо направо, либо налево. Пробежал направо. Утомительно. Все, я не буду другую сторону фоткать. Мы так с тобой идем. Пизду. Так, вот сюда. Короче, там, где отпечатки, мы идем по отпечаткам. Все. Нет. Кто в трезвом уме пойдет за этой хуетой? Мы, конечно, там же отпечатки на фотках. Ну там конец. Во, неплохо. Я должен выбраться. Нормально было. Можно сохранение? Во. А все закрыли. Ну я просил на превьюху. Подожди. Все, замуровали нахуй. Ну это, бля, это очевидно все, что это... Вселился в него демон, и, ну, священник же рассказывал про эти все перемещения и так далее. Давай на этом тогда на сегодня закончим. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.